Не надо рубить. Сюда? Ну теперь можно разговаривать. Говори, что ты хотел спросить? Что-то хотел уже не надо, я понял. Я так и знал. Сейчас пойдем, во главе стола сядешь утром. Так, за стол, проходите все. Проходите вперед. Ох, сегодня обед какой приготовили. Это я все показать, как заходили. Да, включай, потом отдельно будешь снимать. Концерт. Давай, рассаживай. Ты их положи, я, чтобы не опрокинули. Опрокинут треножник. Дацы, вы можете подвинуться немножко? Мне показалось, он губами шевелил, когда пели. Да? Этот молитву он знает? Ну, некоторые знают, да. Веру я там лежу. Как звать-то? Елисей. Алексей. Елисей. А? Елисей. Елисей. Ничего себе. Вот это да. Так. Сестры, ну что сели-то здесь? Первым делом что? Наверное, поесть надо, а потом уже концерты. Давайте за стол. Надо молиться. Давайте. Так. Проходите за стол, сестры. Отодвиньте скамейку подальше. Не забывайте, чашку не накладывать. Тогда не вы же товарищи доходите. Залезайте. А вы детской рукой, да?
Надежда Васильевна, проходите, сидите, потом зайдешь. Поздоровайтесь с отцом и за ним поухаживайте. Пожалуйста. Что, молимся, что ли? Конечно. Какой все молимся? Отче наш. Рождество. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мира и свет разума, в небо звезда служащий, звездой учахуйся, тебе кланитесь от солнца правды, и тебе слава тебе. Игнат Тихонович. Господи, благослови вкусить дары твои святые. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спаси Христос. Надежда Васильевна, чего там поснился? Возьмите. Там подальше куда-то сядьте. Я его сюда посадил, вы его туда устраняете. Отец, садись там за стол прям. Садись туда. Прям за стол, садись подальше. Может, Надежда Васильевна. Еще, сюда поближе. Ближе, садись. Еще. Помогите ему там. Что-то он не может. Что-то он сюда поближе. Что там он? Непонятно. За стол его посадите. Дайте ему там тарелку, наложите. А то он будет сидеть, ничего не будет. Нет, давайте. Немножко салатика там положите, чуть-чуть такое. Прикивать. Аминь.